Дорогие друзья, с вами вновь программа «У нас выигрывают». В этом выпуске мы вместе со всем прогрессивным человечеством готовимся встретить праздник весны и труда. Напоминаю, что герой нашей программы сегодня сибиряк Василий Братцев из города Куйбышев Новосибирской области. И прямо сейчас ему предстоит пройти испытание в нашем суперконкурсе. Василий, вы были вахтовиком, трудились в районах Крайнего Севера. Трудно приходилось. Ну, всякое бывало. Волосы. Ну что же, надеялись только на себя или на госпожу удачу тоже? На госпожу удачу приходится надеяться. И даже нужно надеяться, чтобы выиграть. Уверен, человек с такой трудовой закалкой, как вы, готов к нашему итоговому испытанию. Давайте пожелаем удачи Василию. Спасибо, друзья. Вы написали нам, что ваша давняя мечта переехать жить поближе к теплому морю, выращивать абрикосы и лимоны. Почему в таком солидном возрасте, я имею в виду таком вполне юном. Еще юном возрасте, готовы вы так резко изменить свою жизнь? Ну, видите, к теплу хочется немножко косточки погреть. И у меня много родственников, которые уже переехали. У меня дядя в 50 лет перевез. И не только сам переехал, но перевез и сына, и всех своих близких. А лимоны я выращивал в Сибири. И теперь хочу их выращивать на большой земле. Большие лимоны. Я всех буду угощать лимонами. А сейчас вы где живете? В квартире или в собственном доме? Ну, своей квартиры у меня пока нет. Василий, а вам в жизни часто везло или всего приходилось добиваться своим трудом? А и трудом, чаще, конечно, трудом, потому что труд, и сейчас праздник такой, труда, вот, конечно, на севере работал, а там труд, вот, и все удача равно настроение нужна. У вас весеннее, конечно. Несмотря ни на что, вы улыбаетесь так, как будто да. Лимоны и не пробовали. Ну, говорят, везет тому, кто сам везет. Согласны с этой поговоркой? Точно. Ну что же, тогда вам выпал шанс исполнить вашу мечту. Готовьтесь к броску на юг. Искренне желаю вам удачи в сегодняшнем испытании. Инночка, главный приз на месте. На месте, Михаил Борисович. Зал готов. Тогда мы начинаем. Я прошу подняться к нам, члены тиражной комиссии, юриста Тимура Чанышева. Василий, напоминаю вам правила нашего суперконкурса. В каждой ячейке нашего сейфа уже лежит по 10 лотерейных билетов русского лото. Вы набрали 2 балла. 2 балла, то есть вы можете убрать те 2 ячейки, номера которых вам не нравятся. В одну из оставшихся 10 мы заложим главный приз, сертификат на 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей. Ваша задача определить ячейку, в которой находится главный приз. Итак, какие ячейки вы исключаете из суперконкурса? Ну, давайте первую и последнюю. Первую и последнюю. Первую и 12-ю. Номера зафиксированы. Тимур, я прошу вас пройти с Инной к сейфу и вложить сертификат в одну из оставшихся ячеек. Ну, а мы пока поговорим. Вы играете на гитаре. Да? Вы писали об этом? Да, я гитарист. Что больше всего любите исполнять? Я люблю исполнять для своих детей колыбельные песни. Колыбельные песни. Часто всей семьей устраиваете посиделки под гитару? Да, сейчас пореже, но с детьми каждый день. А семейные традиции есть? Есть. Какие? Ну, семейные традиции – собираться вместе, играть, петь, веселиться, собственно говоря. Это, наверное, самая важная традиция – собираться вместе а и быть. А чего вы пожелали бы, вот, будь у вас такая возможность, своей собственной семье? Ну, здоровья, любви и терпения. Ну что же, а я присовокуплю к этому удачу. Удачи вам, Василий! Мы идем к сейфу. Я открываю сейф. Вы исключили из суперконкурса 2 ячейки. Первую
И последнюю, 12-ю. Осталось всего 10. Советоваться вам сейчас в зале не с кем. Ну, если только с помощью телепатических каких-то способов. А с кем бы вы посоветовались? С кем посоветовался? С супругой. Ну, да. С Иоанном. Нам тоже можно было. С нами младенца глаголит истина. И дочерью. И дочерью. Вообще... Мысленно посоветуйтесь с ними. И откройте ту ячейку, которой, по вашему мнению, сертификат на 500 тысяч рублей. Пусть вас увидят телезрители. Я желаю вам удачи. Спасибо, она мне сейчас нужна. Браво, Василий! Вы сделали это! Я сделал это! Сейчас можно я передам привет своим друзьям на севере? Валера Матеевич, привет! Моим друзьям с Владикавказа, Руслан и Людмила, привет! Всем моим близким! От маме моей, спасибо! Мы поздравляем Василия! Моим детям Василиса, Ваня, Стас, Василий! Молодчина! Всем привет! Сертификат на 500 тысяч рублей ваш! Ура! А еще 10 лотерейных билетов майских праздничных тиражей из рук Риты Хусаиновой. Пусть принесут вам десятикратную удачу. Может быть, вы выиграете еще загородный дом. Или джекпот более 670 миллионов рублей. Обязательно. Я хочу напомнить, что цена билета русского лото всего 100 рублей. В любом случае, я желаю вам и вашим близким счастья и исполнения всех ваших желаний. Спасибо. Спасибо всем, кто мне в дороге желал удачи. Люди, спасибо. Вы болели за меня. Я рад. Спасибо. Друзья, стремитесь и продвигайтесь к своей мечте. Чувствуйте себя всю жизнь, как в поезде. Пусть вам везет, везет и еще раз везет. Но мы-то с вами знаем, что под лежачий камень вода не течет. Поэтому вам самим нужно приложить все усилия. А это значит, приобретайте билеты и участвуйте в лотереях. Напоминаю, что со следующего воскресенья все ваши любимые лотереи смотрите в одной программе. Встречаемся 5 мая, ваш день рождения, 8:20 на НТВ. Главное остается неизменным. У нас выигрываем!